Увидеть далекое и скрытое от глаз уже можно с помощью дронов. Но школьники поселка Тимирязевского даже не думали, что со своего телефона будут управлять таким устройством. Современные разработки теперь изучают со школьной скамьи. Мобильный технопарк «Кванториум» начал свои поездки по отдаленным учебным заведениям. Прибыл и в наш округ, где передовое оборудование уже не новость. Школы оснащают техникой по федеральным и краевым программам. До Нового года мы закупили себе дрон. Такой же, да, вот он пришел 2 дня назад. Мы сами с преподавателями информатики, ну, пока только сами осваиваем эти возможности, да, этого дрона. А в дальнейшем на дополнительных занятиях по информатике, по технологии будем использовать уже в учебном процессе и именно в нашей точке роста. 3D-ручки – один из самых примитивных инструментов моделирования. Легкий в использовании предмет быстро получил популярность у детей. Яркий нагретый пластик моментально принимает желаемую форму. Да, мне очень понравилось делать 3D-фигурки, и их можно по-разному использовать, поэтому мне нравится их делать. Уроки будущего появились в Приморье в 2019 году. Школьники получают бесплатное дополнительное образование почти по 10 направлениям и в стационарных кванториумах. До 2024 года подобные парки планируют открыть в других крупных городах Приморья. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Ларион Николаев, Телемикс.